я бы посоветовал подписаться на увлекательнейший канал. Тут вы найдете просто кучу вот реально дофига позитива, также прохождение карты от. Ну, короче, вы поняли, куда вам надо тыкать. Вот, подписывайтесь, короче, вот, ну, как-нибудь вот так вот. И всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители, всем привет. С вами сегодня Шмель, сегодня я вам покажу, как вам ускорять видео, поворачивать, ну, в смысле, задом наперед его делать и так далее. Да, давайте сначала, как же, допустим, вот вы, да, вот сейчас вот, у вас соединено вот так вот, да, вот это вот бесит, наверное, немного некоторых. Нажимаете просто вот тут вот, игнор группы, все, вы можете вот здесь вот так вот убрать эту, тут музыку, допустим, поставить за место вот этого вот своего звуков. Да, ну так легче просто, никто не знает, где вот эту вот вкладочку найти. Ладно, перейдем сразу к делу. Как вам ускорить видео? Да очень просто. Просто. Блин, а. Да, просто. Короче, нажимаете Shift. Да. Нажимаете Shift. Сейчас, блин, не могу. Так. Ну, короче, вот любой вот эту хрень. Ой, точнее, не Shift, а... Нажимаете, на, короче, на контур. Control. И у вас появляется вот такая вот хернюшка. Блин, что за херня? Мне почему-то сейчас антивирусник. Меня там позвали, вылез. Его, во-первых, включил. Так, ну, короче, нажимаем на контур и вот так вот это немножечко... Ой. Так, сейчас, секундочку. Где тут отмена? Так, отменяем, все. Это не надо. Ну, допустим, вам... Если вы хотите, конечно, там одну что-нибудь сделать, допустим, запись ускорить, вы можете вот так контур и ускоряете. Но я хочу ускорить полностью все видео, так что опять я нажимаю на контур и вот так вот, вот ускоряю. Да. Сейчас слушаем, что получилось. Перед просмотром данного ролика посоветовал бы подписаться на наш канал. Там вы найдете кучу позитива, также различные ролики и вообще-вообще. Короче, кликаем сейчас на экран и проходим, ссылка в описании. Ну, короче, вот так вот. Да, потом. Как же повернуть видео задом наперед? Всем, наверное, интересно, но я не буду само видео поворачивать, я буду поворачивать аудиодорожку. Тыкаем на вот это вот, на, ну, короче, правой кнопкой мыши, и тут выбираем ревизировать. Да. И она поменялась. Вроде как, я надеюсь. Я на то нажал. Слушаем. Меня сверлась видеокарт. Маркин, Саша, Мефит, Пешерок. А еще вы еще выйдете. Я сделал, ничего не заражает. А вы слезал. Я жду впечатление, ну ладно. Короче, ничего. Видео непонятно. Такое ощущение, как будто узбек говорит. Но, ладно, теперь давайте с этим, потому что вам ничего не понятно. С видео сделаем то же самое. Слушаем, ну, смотрим. Перед просмотром данного ролика посоветовал бы подписаться на наш канал. Там вы найдете кучу позитива, также различные ролики и вообще-вообще. Короче, кликаем сейчас на экран и проходим, ссылка в описании. Ну, короче, как-то так, ребят. Да. Надеюсь, вам это чем-то помогло. Возможно, вообще ничем не помогло. Не забывайте контур и ускоряем. Да, не забывайте. Да, также не забывайте подписываться, ставить лойсы, лайки и так далее, комментировать, какие вы туториалы еще хотите про Sonyvix, прошку, как ложку, как ложка. Да. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока-пока и респект от меня.